Всем привет, друзья! Вы снова на канале Борода Плей. С вами снова я, Серега. Наливайте чайку, кофейку, друзья. Может быть, что-нибудь покрепче. Мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Valhalla. В прошлой серии у нас было очень так много насыщенных всяких событий. Во-первых, мы выкрали Бургрида. Мы его принесли на себе без лошади. Бежали от целого полка конного... Несли его на себе, и, короче говоря, в итоге была коронация на нашего подставного, так скажем, короля. И потом мы бились с Леофридом, это помощник Бургрида. Мы его пощадили, и он нам сказал, что нужно вычеркнуть какой-то там... Что-то горит? Сейчас, секундочку. Нужно вычеркнуть... сжечь какой-то свиток, где написано наше имя. Ну, то есть, как бы вычеркнуть наше имя из списка каких-то ревнителей. Я не знаю, что это такое, кто это такие, какие-то очень мощные, жесткие люди. Бургер нас ими пугал. И вот он нам подсказал, Леофрид, за то, что мы его пощадили, он нам подсказал, он говорит, а ты меня пощадил, я тебя отплачу тем же. И подсказал, что иди и быстрее сожги, иначе тебе не поздоровится, и будет плохо. Да, так. Ладно. Снаряжение мы покажи у него купили. Покажи свою карту. Хорошо. Так, купили снаряжение на карте, он должен отметить нам. Мы бежим, подожди. Не-не-не, подожди, задание. Надо посмотреть задание, смотри. Охота. Вот, наемники, известные как ревнители, поручили убить Эйвора при первой же возможности. Дан должен найти свиток с приказом и сжечь его, чтобы избежать преследования. Вот, давайте сначала сделаем это. 2000 километров, 1192 километра, вы что, серьезно? Так, погоди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, нет, все нормуль. Есть точка перемещения. Быстро делаем эту тему, чтобы они этот свиток не нашли. Вообще же странное слово ревнители. Они что, как-то ревнуют, что ли, постоянно или что? Что это вообще значит, ревнители? Кто это такие, я вообще не знаю. Так, окей. Выпрыгнули, ищем и должны найти. Так, понятно. Так, справа от нас, это где-то здесь. Погоди. Погоди, что это мы сделали? Может быть, это здесь и есть? Вот, смотри. О, смотри, какой-то тайник нашел. Наверное, то он и есть. А, так я здесь был. Уже все сдвинуто, я здесь был, здесь ничего нету, все ясно. Это просто другой проход. Сюда же. Да. Здесь можно было, наверное, вот... Каким-то еще образом попасть. Каким, не знаю. Ну да ладно, короче, черт с ним. Тут ничего нет. А, во, горит, вижу. Бежим. И... Погоди. И чё? И сожги... А вот сюда вот может? Вот это, наверное. Ага, вот всё. Что используют ревнители. Читаем. Цель Эйр из клана Ворна. Леди Честер. Всё. Взяли, сожгли нахер. Отлично. Готово. Горстка пепла. Ну и отлично. Теперь ревнители оставят меня в покое. Хорошо. Сейчас ревнители за вами не охотятся, однако они опасные противники. Во, понял как. Так, задание выполнено. Охота. Хорошо. Это ревнители, это вот эти вот черти. То есть они, как я понимаю, они просто будут на меня нападать. Вот они, ревнители. Вот один ревнитель. Там еще где-то вот один, я помню, бегал. Они реально злые, да. Они реально злые. Смотрим задание. Отчет о Леди Честере. Ой, Леди Честер Шири, точнее, правильнее, да. Поговорить с Ранви. Ранви жена нашего брата. Так, это сильно... Они патрулируют многие земли Англии, да. Четыре очка навыка. Слушай, надо навыки распределить. Давайте быстренько посмотрим.
Быстренько посмотрим, что у нас есть. Да, вот здесь два топора мы прокачали. Вот это что? Дальний бой качаем. Это что? Оглушение. Сила оглушения 2,5. И тут уже пошел урон от слабых атак. Неплохо. Это что? Тяжелый щит. Я им не пользуюсь. Это что? Контрперекат. Ёб твою мать. Мастерский контрперекат. Нахер мне это надо? Давайте качаем, значит, оглушение. Это что? Устойчивость мощные удары. Слушай, снижает урон от мощных ударов врага. Это интересно. У меня еще два навыка есть, да? Урон от слабых ударов. Устойчивость ближний бой. Лучше вот это прокачаю пока что. Потом уже прокачаю вот эту фигню. Так, хорошо. Дальше. Мы становимся все сильнее и сильнее. На самом деле мы, например, можем уже вот сбегать сюда, выполнить, например, вот это задание. Это нарвать какой-то травы, чтобы сделать какое-то зелье опять и попасть в другой мир. К чертовой бабушке. Так. Но пока я этого делать не буду, я хочу домой. Нам нужно домой. Вот. Ревенсторп. Делаем быстрое перемещение. И тут как раз еще хочу сделать себе два здоровых двуручных топора, друзья. Хо-хо-хо. Вот мы и дома. Вот мы и дома. Отлично, побежали. Да что мне все с этими ревнителями? Закройте мне эту вкладку справа, я уже все понял. Лиса бегает наша, которая это самое спасли мы. Так. Ну что, друзья, начнем. Помочь можешь. Давай попробуем разобраться с двумя топорами. Я хочу посмотреть твои что товары. Сегодня предложишь? Смотрим. Вот они, цена уголь, хорошо, улучшаем за уголь. Теперь, Эйвор, тебе никто не страшен. Ну-ка, прикольно, хорошо. Улучшаем второй, где, вот он. Ох, какой. Чуть не понял, даже он почти не поменялся, ладно. Далее, можем еще даже улучшить. Так, смотри. Могу улучшить только один, да? Неплохо, верно? Топор варено. Сейчас что-нибудь разберу просто и все. Смотри, что я могу разобрать. Это то, что на мне. Я могу, в принципе, разобрать топор варено пока что. Он мне, в принципе-то, сейчас не нужен. Если что, потом его соберу обратно. Так, 62-70. Слушай, это мощнее реально. Укус кости. Ну давай приколимся. Тяжело отдавать, но я горжусь этой работой. О, какой. С этим еще с другой стороны у него, видишь, как молоточек такой прикольный. Все товары хороши, но этот особенно. Хорошо, так, а вот это мы ослабим. Топор варено, нам больше нечего. Подожди. Плащ охотника, безупречный плащ. Так. Это то, что сейчас на мне, правильно? Нет? Используется. Броня? Что-то я не врубаюсь. А почему здесь нету плаща охотника? Я понять не могу. Он типа не используется или что? В чем прикол? Смотри, ладно. Шлем бригантины. Давай разберем вот этот шлем, наверное. Он нам мало даст. Это, видишь, один всего лишь этот материал. Так. Этот плащ, я понимаю, как вроде я его использую. Так, сейчас сообразим, подожди. Да ладно, топор варен, ослабляем, да и все, топор варен, ослабить. Если хочешь, могу отдать тебе. Так, и... Во, отлично. И делаем усиление вот на этот топор. Я сейчас будто гордый отец. Ты только глянь. Он не меняется. Он реально не меняется, потому что он золотой типа какой-то. Он не меняется. Так. 62-70. Смотрим, что у нас тут. У нас тут пока по 95 и 106. Еще не факт, что мы вообще... Это все? Да. Что мы вообще будем бегать сейчас двумя топорами. Сейчас посмотрим. Смотри, предметы. Заходим. Берем. Вот они, мои топорики. Давай, ставим раз. Ух. Ух. И ставим... Два. Ну, неплохо.
Так, это левая, это первая рука. У нас топор сильнее. 37-35, все хорошо. Так. Теперь давай их улучшать. Улучшить. 88. 94, друзья. Шляпа. Это шляпа. Ха-ха. 86, 93, погоди. 105. Сколько у меня этой руды? 10. 35 скорость. Друзья, мне кажется, это шляпа полная. Да, это шляпа полная. Ай, бляха. Суть какая? Это, возможно, и круто. Ну, хер с ним. Давай погоняем, наверное, или что? Я не знаю. Если что, мы можем же ослабить и вернуть эти материалы, по идее, да? Просто смотри. Получается, у меня оглушение... Так, атака 94, оглушение 97. Смотри, оглушение 122, атака 106. Скорость выше. То есть, реально в этих топорах смысла нету. Они слабые. Мать их так. Ну и здесь то же самое, смотри. 95... А тут у меня 86. Шляпа. Выглядит это очень угрожающе. Два топора за спиной, конечно. Но это шляпа. Так, давайте. Да, что есть? Ослабляем, друзья. Жалко. Очень жалко ослабить. Так, и это тоже ослабить. Очень жаль. Мне пора. Очень жаль, что так получается, к сожалению, но ничего не поделать. 106. Так, ставим это и ставим во вторую руку обратно наши молотки. Молотки шустрее, молотки сильнее, молотки лучше. Все. Бежим. Возьмем заказы, во-первых. Говорить. Всегда приятно. Да. Посмотреть товар, я хочу взять заказ. У тебя есть заказ на меня заказ? Контракт, воры, так, своим... все. Давай посмотрим что товары. Это что? Статуя Локи? Вот, топор, смотри. Громовержец. Атака 77, одноручный топор. Но 120 мне, конечно же, не хватает. Слушай, ну он слабоват, получается, все равно. Потому что он еще, конечно, не до конца прокачан, но у меня под 100 с лишним там атака, а тут 77. Благодарю. Так или иначе, мне его... Мне пора. Да помогут тебе. Мне его не купить, так или иначе, мне не хватает, короче, этих опалов. Давайте сбегаем... А это что? Что это у меня здесь... А, это торговка, господи, торговать можно, да? Или нет? Да, да. Я хочу посмотреть товары. Да, давай еще, кстати, на товары. Все продадим, все, что лишнее. Думаю, это будет отличный выбор. Это что? Не это буду. Будто для тебя сделано. Ну, гадюки, так, продать безделушки. Я всегда рада с тобой торговать, Эйм. 280 монет. Да, это все, мне пора. Надеюсь, скоро вернешься. Надеюсь тоже. Так, давайте посмотрим, что у нас происходит на празднике. Может быть, мы там что-нибудь еще можем купить интересного. У нашего вот этого вот товарища. Так, смотрим, ну. Конечно, смотри. Так, продается то же самое. Копье для двух рук. Весенний лук. Слушай, ну, честно говоря, я не хочу заморачиваться. 69-48. Скорость 20. 69-48, скорость 22. Сейчас посмотрим. 69-48, скорость 22. А у меня... Скорость 40. Короче, этот лук, вот, который у него продается, он будет стрелять без натяжения. То есть он будет такой пиу-пиу-пиу-пиу, но он будет слабый.
Он будет выпускать много стрел, но он будет слабый. Он будет брать, типа, скорострельностью. Мне это не интересует. Мне мой лук полностью устраивает. Да, обидно, конечно, с двумя топорами. Ну, может, я еще найду двуручное оружие мощное какое-нибудь. Вообще очень странно, как, блин, двуручный топор может быть слабее, блин, одноручного молотка. Я не понимаю. Волчара. Эй, хвостатый. Эй, хвостатый. Стоит пришло такой. Пришло новое послание. Да это что, да? Ревенсторб селение. Теперь Ревенсторб разросся так, что сделался так. Дом Кари, дом Майды, присутствует к дому. Так. Вот список зданий, которые можно построить. Спасибо, до свидания. Я все понял. Ладно. Положить лекарственную книгу сестре. О! Это та, это пиявка, да? Лечь. Это я книгу пиявки положил зачем-то сюда. Так, а это что? Почитать письмо Сомы, ну-ка. Это почтовый ящик, я понял. Эйвор, сегодня я вспомнила о тебе и размышляла о том, что чувствовала, когда потеряла Гретенбридж. Злость, неуверенность. Ты помог мне отбить город, но на самом деле ты сделал гораздо больше. Ты помог мне вновь обрести утраченную часть себя. Сейчас мои люди и мой город сильнее, чем когда-либо. Я снова гордая предводительница. Понятно, это та, которой мы помогали воевать и город отбивать. Все, я понял. Я рад, что ты добрался, Кёлберт. Спасибо Сигурду. Он хороший проводник и собеседник. Рассказал мне пару историй. Да? Лучшие были о тебе. Да ты что, да? Неловких подробностей в них не было? Нет, но были камни. Эйвор, не хочу перебивать, но что с Ледочестером? Все нормально. Союз заключен. Сыновья Рагнара теперь наши друзья. Ох, да. Это круто. Рада слышать. Вы оба молодцы. Ну, я больше молодец, чем он, конечно же. Так, ладно, да, давайте ставим орла и ворона. Так. Куда теперь пойдем? Ты говорил с Хайсомом о Винланде? О, да. Чудно. Я отметила это место на карте, по крайней мере, примерно. Скажи, когда соберешься в путь. Хорошо. Так, так. Вы не так давно в Англии, да? Судя по карте. Что происходит? Я ничего не делал. Я ничего не делаю, что-то происходит. Ага, типа ночь, день. Ночь, день. Ночь, день. И что это нам дало? Некогда ярлом называли того, кто подчинялся лишь королю. Теперь все иначе. Так зовут вождей, старейшин и просто людей с деньгами и властью. Ага. Мир меняется, становится больше. Он разделился на множество частей. Думаю, наш язык должен измениться. Ха, интересная мысль. Кэлберт, ты здесь, чтобы учиться, а не учить. Да, не уёбывайся. Давай ты, Эйвор, поведай, скажем, о наших последних приобретениях. Клан жаждет знать. Мне что, произнести речь? Чё ты киваешь, сидишь, трясёшь башкой своей? Мне нравится, плечо это дымит у меня. Какой-то кальян какой-то. Услышьте же, друзья, мой сказ о трудах и победах. С того дня, как мы прибыли сюда, я многое повидал в этом новом краю. Так, так, давай, расскажи. В скитаниях своих заключил я немало крепких союзов. Кёлвульф, король Мерсии, стал нашим другом. На юге Ярл Скона Сомы и Даны Грентебриджа поклялись нам в вечной верности. Да, неплохо. Мои Сигурды. Это недовольно, ага. Укрепили наши связи с. Послушать тебя, так ты ровня Сигурду. Чё ты выёбываешься? Чтобы он сам тебе на это сказал. Сигурд порадовался бы моим успехом. Я не говорю, что стою наравне с Сигурдом. Молчи, да. Подожди. Оправдываться перед ним я не собираюсь. Кто он такой нахрен? Я про Сигурда ничего плохого не сказал. Это у него какие-то заебы. Сигурд вообще мой брат. Я ему помогаю. Так, Сигурд продался бы моим успехом. Ну, хамить ему тоже не хочу перед всеми.
Хотя сейчас... Давай, молчи, Дак. Нет, пускай. Тише. Или хочешь поднять бурю среди спокойного Чтобы моря? Все поняли, что нехер. Я просто говорю то, что думаю. Что-то ты больно зазнался. Дурачок, что ли? Глубже, ага. Так. Может, успокоишься. Чё это за херня? Чё это за шоу, блядь, тут? Давайте выпьем. За Сигурда. Да вернется он поскорее. За клан Ворона, верных и храбрых друзей. А не каких-то придурков. За Сигурда! Да избавит он нас от тебя! Совсем дурачок. Это ну-ка. Будет ваш Эль столь же хмельный. Дак-ка мы наваляем немножко. Сколь! Ты думаешь, я пьяный, Эйвор? Что, правда, глаза колет? Дурачок, да, что ли, вообще? Слова твои грубые. Но это говорит Эль. О, мой разум не затуманен. И я вижу, как ты мечтаешь присвоить славу Сигурду. Дурачок, что ли, совсем? У меня есть своя слава, ты несешь вздор. Давай лучше пировать. Так, у меня есть своя слава. Славы в мире хватит всем, кто сможет себя проявить. И я знаю, сколько ее причитается мне. Ну, конечно. Ты... Враги наступают от реки, вроде Даны. Даны? Сколько их? Слишком много. Скорей, бой уже идет. Мерзавцы! Чем мы не угодили Данам? Кто Ой, может сражаться вперед? Завалить толстый. Прочие ждите здесь. Чё такой недовольный, блин? Смотри мне нахрен. За мной! Чё какую-то пургу несет какое-то число? Вообще какой-то черт какой-то, блин. Так, ладно, давай, кому тут надо навалять? Мы это сейчас, это легко. Могем. Ну. И? И чё? Рандви, о. Чувствуешь жажду битвы? О, да! Будешь ждать тебя! Во имя ваших ноги! Понеслась! Вам не уйти отсюда живыми! Готов. Так, следующий. Не пускайте, готов. Следующий. Воу-воу-воу-воу-воу. А этот серьезный. Не серьезнее меня, конечно. Готов, нахер. Кто это такой? Опять какой-то шустрый черт, блин. О, нифига, его вертуха такая получилась. Кто там меня? Уходим, уходим. Есть, готов. Так, поднимаем воинов. Где, где он, где он? Что, не... Ах ты ж падла, ушел. Да иди ты сюда. Кто это? Да что это ты такой-то? Блин, почему я не могу по нему попасть? Что это за лаги тут? Что это за черт ты такой был? Смотри, это главный, походу. Мы его зарубили, все закончится. Он что-то стоял тупил, а мне просто на него не попасть, он просто отъезжал от меня. Это что он катается, как дурачок-то? Мы всех перебили. Да походу, на реке, да. На реке чисто. Если и был кто еще, то решил не лезть. Правильно. Из Гёталанда, судя по расцветке и узорам. Но зачем они здесь, мы так и не узнаем, раз нет выживших. Один есть. Этот человек полз к реке. Хотел уплыть от нас подальше. Пощади меня, прошу. Я тебе еще пригожусь. Хочешь жить, ответишь на мои вопросы. Откуда вы здесь взялись и зачем напали на нас? Мы осели в Восточной Англии. Так. Приплыли недавно. Искали добычи. Ага. Что-то вы с курса сбились. Тут Мерсия. Я знаю. У нас был приказ. Чей же? Так я и сказал. Все, пизда тебе. Пес ты бестолковый. В собственном заду серебро ищешь. Убить его! Отмолчишься, будет хуже, Гёт. Спрошу еще раз, кто вас послал? Сам ветер.
а воды рек унесут нас домой. Ой, дурачок. Да он просит смерти. Уважим гостя. Или отпустим домой. Пусть поведает своим, что их ждет, если решат сунуться к нам опять. Согласен. Отпустите его. Иди и не возвращайся. Иди в жопу. Благодарю. Ты не помилован. Твоя смерть лишь отсрочена. Расскажи тем, кто послал тебя, что здесь их ждет одна погибель. О, я расскажу им все. Пусть за ним кто-нибудь проследит. Мы найдем... Так! Придурочная. Его нельзя было щадить. Все бы решили, что мы просто трусы. Другого выхода. Какой же ты дурачок, блин! Мы могли пойти за ним что-то выяснить. Какой же ты дурачок! Сигурд поступил бы на моем месте так же. Мне этого достаточно. Да что ты, блин, с этим Сигурдом, блин? Нет. Ой. Только я. Если вновь перейдешь мне дорогу, он об этом узнает. Дурачок, блин. Имею в виду. Да ты, блин, дальше, собственно, носа ни черта не видишь, блин. Толстый, блин. Ой, дурачок. Не обращай внимания. Лает он громко, но не кусается. Но да еще бы он кусался бы. А после поговорим. Вот, блин, дурак, вот в натуре, вот, блин, так все красиво. Да, сейчас бы проследили бы, блин, отправили бы этого шпиона, блин, узнали бы все. Наваляли бы, съездили. Нет. Нет. Всю малину обосрал. А я так и сплю в этих, да, в этих дымящихся латах. Ладно, хорошо. Что у нас? Задание выполнено. Привет, привет, Собакин. Взять несколько заданий. Новое задание, взять несколько заданий. Как тебе такое? Неплохо? Давай Галдет, поговорим. Все в порядке? Да, но я хотел бы тоже принять брошенный нам вызов, а не прятаться в длинном доме. Да ты спокойно, успеешь. Ты находился там, где должен был. Защищал людей и себя. Знаю. Я просто... Наших сил было достаточно. И твой отец помянул бы меня недобрым словом, если бы с тобой что-то случилось. Да. Но я не хочу оставаться в тени отца, пока я тут. Мне нужно учиться, а не только смотреть. Не сомневаюсь. До встречи. Так тренируйся, иди, чё. А не ходи тут, слоняйся без дела. Тоже мне. Так. А, слушай, а куда? Подожди, подожди. Сюда, точно. Задание взять несколько заданий. Давайте возьмем. Здравствуй. Здравствуй, давай. Молва о нашем поселении распространяется. Так что осмотрись. Может, увидишь новые лица. Хорошо. Посмотреть карту Союза. На карту Союзов. Да. Так, захватили, захватили. Это нам еще там, наверное, далековато. Здесь что? Рекомендуется мощь 138, Восточная Англия. Давай, наверное, посмотреть. Даны, что напали на нас, пришли из Восточной Англии? Да. О! Они служат человеку по имени Рут. Похоже, он сеет раздор и среди саксов, и среди данов. Сыновья Рагнара давно хотели успокоить те земли и поручили некоему Финеру найти короля из саксов. Но с тех пор королевство пришло в упадок. Короля так и нет, а народ страдает от жестоких набегов. Надо разобраться. Предлагаю отправиться в Восточную Англию и во всем разобраться. Давайте, я даже не буду думать, да, заключить свою... Да, да. Не буду думать, сразу пойдем. Значит, пора на восток. Поговорю с этим Финером лично. Прекрасно. Замечательно просто. И тебе всего хорошего, не хворать. Так. Давай посмотрим. Карта. Задание. Встретиться с наставником данным. Ой, нет, карту. Карту откройте. Смотрим. Ага. Мы здесь уже просто все избегали, поэтому я даже, даже думать не стал, что куда нам нужно отправляться. Мы здесь все избегали, все излазили. И нам здесь будет проще простого все это сделать. Так, быстрое перемещение, идем поговорим. Нордвик. У них не лучшие времена. Ага. Так, мы на месте. Нордвик, хорошо, погнали. А, подожди, нам в другую сторону надо. Не туда, погнали. Так. Надо взять их под свое крыло. Под свое, это самое, воронье крыло, так скажем. Стоп, 168 метров. Стоп. А, ну это я понял. Это вот это, да, отображается у нас.
Так. Да, это я помню. Здесь надо убить, насколько я понял, трех дочерей, чтобы попасть сюда. Короче, нам это пока не по силам. Это что такое? Это кто? Это тоже какой-то там черт, с которым нужно подраться, да? Вот одна дочь, вот здесь как бы вторая, насколько я понимаю, дочь, третья, вот здесь вот дочь. Три дочери убить, и тогда можно будет попасть сюда. Но у нас пока не хватает сил на это. О, заставка пошла. А, это там где... Все, вспомнил, да. Что? Что? В чем дело? Финнер. Нет, если ты не от Хальфдена, нет. Я пришел сам. Допустим, я от Хальфдена. Почему на троне Восточной Англии нет короля? Нет, я пришел сам. Нет, давай вот так. Почему не на троне? Не важно, кто ты. Важно, почему на троне Восточной Англии да. нет короля. Потому что нужный человек пока не женат. Вот женится, и будет у Восточной Англии король. Вот радость. И кто он? Знаешь, мне снился чудный сон. Я плыл по Хельхейму на огненном дракаре. Сейчас кто по морде получит. Смерти нередко предвещают смерть. О, какое было бы облегчение. Могу устроить, если хочешь. И, кстати, на что тебе захолустный король? Даны отсюда напали на мой клан. Я хочу знать, почему и как не допустить новых набегов. А, это клан Руда. Убили прошлого монарха, Этельстана. И нового, полагаю, ждет та же участь. Дан не может усмирить Данов? Какой же ты наместник? Знать бы как, давно бы очистил от них наши земли. Клан Руда, кость в горле и для Данов... И для саксов. Понятно, сейчас будем мочить. Самый жалкий воин в этих краях, клянусь. Отвесь королю пинка и в бой. О да, пинок ему не помешает. Ему бы хоть что-то, чтобы победить. А так, ни отваги, ни армии, ни характера. Если он хочет прожить подольше, ему нужна поддержка семьи невесты. Понятно. Но и ее нет. Они презирают этого червя. И кто же твой король-червь? Пойдем такой, ага, ну пойдем. Озвальд из Альменхэма. До вторжений был советником короля Эдмунда. Последней саксонской знати, кто хоть что-то значит. Почему не короновать Дана? Ярл Хальфдан все сказал. Саксонский король и жена из Данов. Это символ единения. Но Озвальд не из тех, за кем с улыбкой идут в бой. Он слаб. И Даны ему не доверяют. Где он сейчас? Взгляну, подумаю, что можно сделать. Вы разминулись. Он отбыл в Эльменхэм. Ага. Снова хочет молить о мире. Понятно. Езжай по дороге от Северных Врат. Может, дядька стоит, смотри, суровый вот тут. Сага о Тейне Освальде, понятно. Цепочка заданий. Смотри. А чё у него на лице? Подожди. Нашего с тобой гнева убоится любой враг. Это можно его нанять. Когирску пертак. Йомс викинг игрока качом МТЛ какой-то. Ранг 1. Смотри, на него шлем какой. Чё это за космос, блин? Чё это за какой-то... Что это у него на голове вообще? Жесть. Вернись, такая. Когда я тебе понадоблюсь. Нафиг мне это надо, я вообще даже не знаю. Так, погладим пёселя. Привет. Дай лапу. Сидеть. Голос. Лежать. Молодец. Так. Пёселя погладили. Все. А, и... Ой, еще один. Блин, ну как тут не удержаться? А, это нельзя гладить почему-то. Ладно. Смотрим. А, тут рядышком, да, совсем? Тут совсем рядышком. Ну, пошли. Ну, пошли. Вот я не понимаю все-таки, зачем нужны эти йомс-викинги, чтобы тебе денежка капала по 100 монеток или что, я понять не могу. Здесь денежек и так хватает. А вот заморачиваться с этим что-то, вот я вот, например, не хочу.
Так, найдите Освальда и поговорите с ним. Опять кого-то искать. Я не хочу никого искать, ну. А, во, походу нашел уже что-то. Убивали и сжигали все на своем пути. Это не мы. Ну-ка. Походу нашел, да. Я построил тут дом. Клан Руда напал и на нас. О, хорошо, когда у тебя есть дом. А мой сожгли много лет назад. Кстати, кто же это был? Не ссорьтесь. Даны или саксы, мы вот хотим он. Одного, мира. Чтобы возделывать землю и строить дома, не боясь клана Руда. Пока эти снова не нарушат этот мир. Вздор. Их дом теперь здесь. Так же, как наш. В будущее мы пойдем вместе, не порознь. А что с напавшими на нас данами? Что ты сделаешь с ними? Став королем, я... Став королем, я все исправлю. Это было немножко быстрее, странно. Быстрее, я стану крылатым троллем. Понятно. Ты умеешь успокаивать людей. Королю нужно уметь быть суровым. Меня зовут Эйвор. Так, так. Королю нужно уметь быть суровым. Ты умеешь успокаивать людей. Да я хрен... Да давай-то. Я Эйвор из клана Ворона. Ты Освальд? Будем, да. Это, как, приветствовать. Ты ведь не хочешь убить меня? Более приветственный. Убивать королей не в моих привычках. Знакомиться другое дело. Я Освальд, да. Сколько себя помню. Так что случилось, Освальд? Сегодня утром на нас напали люди Дана Руда. Да на нас вчера напали, или когда поздно вчера. Восточной Англии. И с каждым днем становится все наглее. Они знают, чьи это земли? Думаю, да, но им плевать. Разорение коснулось и моего дома. Не хочу, чтобы это повторилось. Похоже, все надежды возлагают на тебя. Став королем, ты сможешь объединить саксов и мирных данов. Пустяковое бремя, да? Бремя, достойное короля. Поехали, Эйвор. Обсудим мое туманное будущее по пути домой. Зачем тебе Вальменхэм? Подготовка к свадьбе. Я хочу заключить брак с женщиной из данов, Валдис. Она из рода Хальфдена. Что ж, удачный брак – залог надежного политического союза. В чем заминка? Заминка? У меня нет разрешения жениться. Ее братьям я не по нраву. Здорово. Черт, тут бюрократия. Нужно получать разрешение, чтобы жениться. Ужас. Со штампом и печатью, как говорится. Ладно. Так что делать-то в итоге? Куда мы идем, блин? Что мы делаем? Погоди-ка. Так. Что-то тут не так. Ну, сейчас стой. Начнется. Впереди дым. Битли горит. Здесь мне точно не рады. Дальше нельзя. Что значит дальше нельзя? Погоди. А ну стой! Готов. Тебе конец. Не уйдешь, блин, вот то, что стреляют, это плохо. Ай, блин. О, нифига ты подкрался. Где он там? Кто еще? Готов, все. Старая подушка. Бред. Так, хорошо. Вроде всех добили, перебили. Что здесь вот это, да, есть? Подожди, давай. Ближе. На, готов. Думаю, с этими трусливыми подлецами покончено. Надо порадовать Освальда. Смотри, лег как ноги, смотри. Ножки сложил и лежит. Так, что здесь такое?
Мольба жены Эдгард несколько дней назад. Альдер отправился выслеживать грабителя рядом с нашим хозяйством, но не вернулся. Я молю Господа за его защите, но все равно волнуюсь. Если пойдешь с поля, будь осторожен. Понятно. Херня какая-то. Непонятно. Че, все что ли? Я тут был. Сундуки вскрыты, все вскрыто, я тут был. Хорошо, ладно, давайте вернемся к нашему новому знакомому. Он что, прячется, что ли, здесь? Клан Руда. Выживших нет. Мир их душам. Мне пора ехать. Буду вновь добиваться расположения родни моей невесты. Чуть больше мужества, чем сейчас, и у тебя будет шанс. Да, прости, я потрясен. Ага. Человек твоего склада пришелся бы им по душе. Разделишь с нами трапезу? Я был бы рад. Да давай, чё нет, сразу разделю с вами трапезу. Меня будет мало, чтобы убедить их. Тебе самому нужно стать даном. Я не знаю, в смысле. Меня будет мало, чтобы убедить их. Это значит, типа, что даже меня мало, что ты такой лох, чтобы их убедить. Понимаешь, как бы, что ты вообще дно, и даже меня будет мало. С радостью разделю с вами трапезу, как бы. Я знать их не знаю, нахера я там нужен. Тебе сам нужно стать даном. Одной трапезой дана не задобришь. Хочешь жениться на этой женщине? Сам стань даном. Да я хоть троллем стану, лишь бы помочь своему народу. Только скажи, как. Ладно, я подумаю. Чудно. Жду тебя в Вальменхаме в любое время. Ладно, хорошо. Я думал. Чего? Так, ладно, хорошо, а что дальше-то? Придите на трапезу ночь. А, ну все равно на трапезу нужно прийти, да? Хорошо. Все равно нужно прийти на трапезу. Ну погнали, а что? А что нам еще делать? Нам как бы ничего больше не остается. На какие-то набеги идти я не хочу, что-то это все вот это время тратить. Что там еще? А что еще можно поделать? А тут больше ничего не можно поделать, понимаешь? Возможность набега рекомендуется, может, 160, многовато. У меня 138 или сколько-то многовато. 160, многовато. 340, 138, 220, 138. Можно побегать здесь. Можно выполнить задание. Убейте цель. Кстати, а давайте действительно убьем. Убьем цель как раз ближе к ночи и вернемся к этим. Да, точно, договорились. Ха-ха-ха-ха. Так, идем убивать. Идем убивать, кого-то убивать где-то не пойми где. Стоп. Отлично, 270 метров. Давай посмотрим, кто это. Такое ощущение, что я здесь уже был. А может и нет. Может, мне кажется. Вся эта Англия такая одинаковая. Сейчас посмотрим. Мне кажется, что я здесь, по-моему, уже бегал. Так, я вижу Руду. Я вижу зайца. Но главное, я вижу Руду. Вот эти ребятки стоят наверху. Сейчас мы ими займемся. Спокойно. Ощущение, что я уже убивал их здесь. Ну да ладно. Эй, прощай. Прощай, хорошо. Готов. Воу-в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 оу. Тихо-тихо-тихо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо. Все, готов нафиг. Нефиг было выпендриваться тут. Нифига себе такой тут. Прыгал, скакал, смотри на него. Да скакался. Слушай, а волк мне тут нравится, он прикольный. Он сбивает их с ног, их можно топтать сразу. Волк очень лютый. Рано услышит об этом раньше, чем мы увидимся. Да, мне дали, короче, уже 5 опалов, наверное, да? Да, 5 опалов мне дали. Что, кто? Вижу, волк убежал, пускай бежит. А, вот еще один ходит, елки-палки. Да ёб твою-то мать, на.
Так, там еще один ходит, не буду его трогать. Смотрим, что у нас еще есть. Так, давай сделаем задание просто-напросто. Так, это не то. Вот. Отследить и убить. 3 километра, вы че? Давай посмотрим на карте. 3 километра, это вообще где у нас? Ой-ой-ой, 160. Не, сюда мы не пойдем. Сюда мы не пойдем. Новая территория, которую нам еще открывать и открывать. Так. Здесь мы еще не были, кстати. Так, а что еще-то мы можем сделать? Что еще мы можем делать? Давай посмотрим задание. Так, придите на трапезу ночью. На трапезу ночью. А где она? Что-то я потерял. А, во. Блин, а что так далеко-то? Ну, давай сюда переместимся, да побежим, что делать-то? Так. Леда Честершир, понятно, так. Ебать, мне кажется, эти листья не спасут его никогда-нибудь. Иногда он, блин, брякнется. Так, смотрим. Можно еще попробовать, кстати, подраться с этой. Давайте приколимся, слушай. Стрел у меня есть, постреляем туда-сюда. Слушай, давай приколимся. Я сейчас прям сохранюсь, одну секунду. Так, я сделал сохранение, давайте попробуем убить одну вот из этих тварей, одну из этих сестер, дочерей, не знаю, кто это. Короче, я думаю, нам это нужно сделать, попробовать. Мы рядышком, 200 метров, я хочу попробовать. Ну, она злющая, это вторая, она была какая-то реально злющая, ну, тем не менее. Хочу сейчас посмотреть, что будет. Я сейчас попробую накидать в нее, вызвать волка, накидать в нее топоров. Нет, сначала накидать топоров, потом вызвать волка, наверное, да? И попробую ее раздавить. Своими могучими ботами, блядь, железными. Сейчас посмотрим. Хер знает, что получится. Возможно, ничего не получится. А если что, будем убегать. Так. Ну что, друзья, понеслась. А что понеслась-то? А, вот, заюзать можно, да. Вот. Я вижу, такое не впервые. Да-да-да, мы это уже все знаем. Давайте пропустим это. Ты хочешь крови? Не твои. Лжешь. Гнусно. Вдохни. Давай. Да выпьют в зале Одина. За новую битву. Нельзя, волка. А вот это неплохо. Воу. Уходим! Нихера себе! Уходим! Вот это жопа! Ты слишком слаба! Воу, воу, слишком слаба, я бы не говорил бы такого! Что-то она как-то нас просто, блядь, имеет! Ух! Она еще и мои выстрелы мои половину сняли, тем не менее. Она отражает мои выстрелы. Уходим, уходим. Ой, мама, больно, больно же мне. Ты что ж делаешь? Зачем ты так делаешь? Мне же больно. Оба-на! Вопиет! Я ее заткну! Охренеть! Вечный мрак питает мой гнев! Я исполнюсь гнева своего отца! Во-во-во, это она про него и говорит, про того, да-да-да! Оп! Да ёб вашу мать, я даже ничего не успел сделать! Охвачена огнем, но не горит. Как же так? Да я хер знает, вообще что здесь происходит. Воу!
Ёх! Охренеть, что происходит? Я вообще не врубаюсь. И что она будет постоянно теперь делать? Воу! Отходим, отходим. Да блин! Какого черта не попадает? У меня сейчас скоро стрелы закончатся. Ты слишком слаба. Тихо. Уйё. Семь стрел осталось, это очень плохо. Тихо. Воу-воу-воу, я горю, тихо. Ну почти, друзья, у нас уже почти получилось. Ну. Чувствую прилив. Ты слишком слаба. Влетела, подожди. Здесь еще есть грибы где-нибудь, которые восстанавливают эту, блин, адреналин. Уходим, уходим. Есть адреналин. Ой, уходим, уходим. Какого черта? Ёб вашу мать, она сбила мой удар. Какая-то хрень происходит. Ох! Тихо, отстань, отстань! Грибов больше нигде нет, это жопа. И семь стрел у меня всего есть. Ты слишком слаба. Тихо, не спешить, буду бегать, не спешить. Есть, еще одну всадил. Опасно, опасно, просто бегать, 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 бегать. Ой-ой-ой-ой. Есть. Уходим. Три стрелы и все. Больше у меня нету стрел. Блин, жесть. Вот, стрелы есть. Супер, стрелы нашел. Есть, еще одну садил. Тихо. Отбивает собака. А? А, нет, нет, блин. Нет, нет, нет. Отпусти меня, отпусти меня. Отстань, отстань. Бежим, 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 отстань. Тихо. Это мы поели, да, походу? Охотничья стрела. Тихо, в другую сторону. Воу. Тихо, блин, да что ты? Идет, идет. Есть. Опа, уходим. Нету стрел. Ей осталось чуть-чуть совсем, у меня нету стрел. Вы покидаете? Нет, не покидаю. Все,
Все, я не вижу ни стрел, ничего. Ай! Блин, опять поймала! Все, либо сейчас, либо никогда. А-а-а! Тихо! Уходим, уходим! Один удар ей буквально! На! Тихо! Нет! Нет! Уходим, уходим! Есть! Тихнут злобный смерть угрозы. Покойся с миром. Ух, бляха! Вот это было люто! Вот это был бой! Просто охереть! Дочь Лириона Регана, есть! Одну завалили. Слушай, так мы сейчас можем пойти завалить, попробуйте первую. Это вторая, она была сильнее. Первая, она была, по-моему, послабее, как мне казалось. Ух! И мне дали шмот. Ну-ка. Во, смотри, ачивка. Охота на ведьм. Супер. Смотри. Что это? 42? 33! Ни хрена себе! Вот это круто. Вот это я понимаю. Так, значит, смотри. А, боевой доспех Тора. А, улучшить я его уже не смогу. А, смогу еще, нифига себе. 44-35. Ну ни хрена себе. Слушай, ну у него устойчивость к мощи, например, слабее. Подожди. А, вот сейчас будет чуть-чуть посильнее, да? Ну нет, это прикольная вещь, я беру. О, какой. Так, и мне нужно ближний бой. Так, одежда магистра. Руны. А одежда магистра, смотрим. Вот это, одежда магистра сняли? Да. И одежда магистра. Вот. Да, переодели руны. Все, отлично вообще. У меня новый доспех. Класс. Допустим, смотрим. А, еще была вот здесь, вот, да, она. Давай попробуем ее бахнуть, но мне нужно восстановиться. У меня ни стрел, ни адреналина. Ну и две хилки есть. Но все равно, короче, так. Сейчас сообразим. Так, бежим по главному заданию, по пути будем восстанавливаться. Все. Стрелы, может, подберем. Вот еще тут что-то, еще что-то. Серебро. Вот хавка. Отлично. Было сложно. Было прям чертовски сложно. Ага, нам туда надо. Оп, тихо. Адреналин есть. Как хорошо. Вкусняшка, не говори. Так. Блин, слушай, ну тогда я первую точно тут должен сделать. Потому что с первой я когда дрался, она мне показалась, она была легче, чем это. Значит, может что-то получиться. Но прикол в том, что, например, волка на нее не натравить было. Волк не работал. Работали только топоры. Так, максимум провизии, отлично. Восстановили. Тебе нужно восстановить адреналин и набрать кучу стрел. И тогда можно, в принципе, пойти попробовать навалять. Это что? Это что? А это что я такое нашел? Ну-ка. Опять дети. Добро пожаловать! Вот бы сейчас пирога, сестра. Все, здесь я был, эти ребятки, пропускай, с ними что-то надо там поговорить, туда-сюда, какая-то херобора. Добро пожаловать! Я, честно говоря, не особо помню, что там было, но что там было. Следы какие-то, смотри. А, камень Кеда. Все, нифига себе, какой-то алтарь. И что мне здесь надо сделать? А, во! Ага. Так, почитаем. Нацарапанная мольба. Херлей, кто-то опять украл подношение, которое оставили у камня. Я наконец увидел. Так. Так, нам нужно наказать, который... Нафиг надо, не хочу этим заниматься, короче говоря, наказать воров. Это получается наказать тех ребят, что ли? К черту.
черту эти задания, не хочу. Лосяша бежит от меня опять. Еще он справа один, нифига тут. Фу, белых сколько, смотри. А вот это кто-то уже нехорошо орет, по-моему. Да, молотки достал. Ну нормально, пробежали, все, мимо. Так, тут грибочки какие-то есть. Я их, по-моему, тоже хавал. Не хочу этим заниматься. Грибы эти хавать, что там разгадывать, ходить в каком-то угаре. Нафиг надо. Оленька Лосяша бежит. Так, ага. Вот там дом, наверное, тут и будет трапеза проходить какая-то. Мне бы стрел. Стрел и адреналина. Эльминхэм. Город процветает. О себе этот Озвальд позаботился. Этот, к которому пошел этот парнишка свататься, короче, к этой к девке. Вот мы идем сюда же, походу. Так. То есть у него все процветает, а парнишке он помочь не хочет, да? Так, провизия нам не нужна. Нам надо стрел и адреналина. Дан бродит один. Не к добру. Здорово. Озвальд, где же ужин, что ты мне обещал? Ага. Эйвор, ты здесь. Ужин подадут, но, боюсь, пока еще слишком рано. Дождемся мою невесту и ее родичей. Родичей, хорошо. Кто же твоя невеста? Что здесь можно... Чем здесь можно заняться? Кто же твоя невеста? Это твоя невеста, Озвальд. Кто она? Это любовь или политика? Ее зовут Валдис. И в наши дни полюбили женится, Эйвор. Какой-то мужской имя, извините. Мы заключим союз на благо Восточной Англии. Она из клана Данов, что умеет заставить с собой считаться. Однако ее братья не так бескорыстны, как она сама. Да ты говорил, хочешь осмотреть, поброди в свое удовольствие. Ужинать будем позже. Ладно, хорошо, хорошо. Будь добрее. Осмотрюсь. Так, кстати, у меня два навыка можно поставить новых. Я думаю, на сегодня мы закончим. Вот сюда куда-то, да. У меня здесь, короче, вот был мощный удар и устойчивость. Есть. И урон от мощных. Хорошо, пускай будет. 140 уже мы прокачали. Жесть. Урон от способностей. Здоровье. Путь медведя. Ну, наверное, прокачаем. Дальний бой, может быть, прокачаем. А вот здесь что у нас? Так. А может быть, и не будем качать. Это что? Кремация в бою. Враги, погибшие от ваших огненных атак. А я не знаю, у меня нет никаких огненных атак. Так, надо что-то искать, что качать. Оглушение. Вот можно сюда, кстати. Дерзкая расправа. Так. Примените РТ в ближнем бою против ничего не подозревающего врага. Это привлечет внимание остальных противников поблизости. Но за каждого из них вы получите адреналин. Неплохо, неплохо. Вот это будем качать, наверное, вот здесь. Вот. Так. А что делать-то? Что здесь занять? Чем здесь заняться? Тут можно пойти грибов похавать. Что еще? Я не знаю, чем здесь еще заниматься. Шлем. Что за шлем? А что это такое? Сзади меня какой-то шлем. Пошли посмотрим. Что это такое? А тут ничего нет. На компасе ничего нет. А, вот появился. Хорошо. А, типа нанять можно. Смотри, тоже какой-то здоровяк. Нанять. Эйвор, всеотец любит тебя. Позволь биться вместе с тобой. Опять этот игрок Кахоу МТЛ какой-то. Кто это такой-то? Йомс Викинг игрока Кахоу МТЛ. Я не знаю. Если буду нужен, я готов. Нахер он мне нужен? Так, нахер ты мне нужен? Чем заняться, не понимаю. Как мне до ночи-то время скоротать, я понять не могу. Так, как где была медитация? Нет, или что здесь? Подожди, ловить, плащ. Во, медитировать, есть все. До ночи, надеюсь, не до утра. Бля, походу до утра. Не, до ночи, нет, опять до утра. Это утро или ночь? Это утро, мать ваша. Я же пропустил ужин, наверное. Сейчас, что он сейчас скажет? Опять рано? Приходи ночью. А, нет, вроде норм. Нет? Эй, да, все нормально, ты все. Чего нормально. Это вдруг? Лорды,
Леди, настал день мира и единения. Я призвал вас в Эльминхэм, чтобы от всего сердца поблагодарить за дружбу. Финнер, мой наместник, за наших гостей, Бродера и Бродера. Бродер и мою Бродер. Прекрасную невесту. Валдис. О, меч и приволок. Если б не Хальфдан, ты бы не лапал нашу сестру. Но нас ты к себе в постель не затащишь. Бродер, ой, мамочки. Это... Боги, последний король саксов не был таким слюнтяем. И то мы потеряли 150 воинов из-за его жалкой шкуры. Бродер! Если будешь дерзить, я попрошу тебя уйти. Это мой дом. Оскорбление неуместно. Молодец, все правильно. Вот зачем здесь ты? Охранять Тена, от которого несет козьим навозом? Извини, ты что-то сказал? Я так скучен, брат Волка? Да. Меня заботит лишь мой клан. Если ради него мне придется добыть трон твоему королю, пусть так. Проще короновать трон. Он и то не такой дубовый. Проще так, было бы, если бы у вас хватило мужества дать отпор клану Руда, но ваших достоинств даже на одного воина не наберется. Сейчас будем драться. Прикуси язык, брат Волка, не то останешься без него. Что, вас так легко ранить словами? Что же будет, если мой топор прилетит в голову на ваши вялые хуки? На наши что? Прошу, довольно. Что слышал? Ахаха. Ох. Хватит. Хера, у меня удар ногой, бля, что я стол с мужиком подвинул. Бля, ебанулся. Драка, драка. Говорит, мы слабы. Слабы, хилы, хворы. Уходим, тихо. Тихо, а их двое сразу, видишь ты какие. Глупости. Уходим, чушь. Уходим. Уходим. Блин, они вдвоем махаются, неудобно. А, зашло, зашло. Отлично, отлично. Ой, уходим, уходим, отходим. Добиваем, 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 зажимаем, уходим. Черт, черт, отлично. О, вот это да. Ничего, у меня три хилки еще есть, не насрать вообще. Блин, а как же неудобно-то с двумя-то драться. Тихо. Тихо, блядь. Можно туда на лестницу залезть и сверху прыгнуть? Споры решают не так. Давай, давай, давай. Отлично, уходим. Еще уходим. Блядь, опять поймал. Пожалеет, ясен хер. Куда же они денутся? Сейчас этого уже добью. Уходим, тихо. Тихо, тихо, уходим, уходим. Ух ты ж, бляха. Ох вы ж, пидоры. Зажали. Ой, а что, блядь, две хилки сразу принял. Охуеть. Да хрен там плавал. Да почему я не могу по нему попасть? Я же в него бью. Почему ничего не происходит? Ага. Воу-воу, тихо-тихо-тихо. Один готов. Можно его еще попиздить, пока он там валяется. Опа, опа, тихо. Тихо. О! Зашло нормально ногой. Оп, 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 тихо, тихо. Есть, поймали. Все. Не, не все, смотри, не дал до конца его добить. Уходим. Вот собака. О, здорово, здорово. Падла какая, а? Да блин, а далеко. Че так далеко-то отпрыгнул от него? Бля, там осталось-то пару ударов. Да блядь, что такое? Почему я не попадаю? Смотри, просто не попадаю. Что-то надо сделать, может, нет? Я не понимаю. Во, есть, поймал, все, слава богу. Эй, а ну хватит, повеселились и будет. Если это все, что вы можете, ясно, почему дела тут так плохи.
Ты слаб, овчар. И твои друзья тебе не помогут. Нам будет лучше без короля. Ну все, мне конец. Кажется, безумные сны лучше пьяных стычек. Трата времени и доброго меда. Ее братья никогда меня не поддержат. Этот танец только начался, Освальд. Отдохни. Силы пригодятся. Ну я не мог ничего делать, как бы. Увидимся утром, скажи. Нам есть что обсудить. Найду, где заночевать. Я как... Эйвор, блин. Если поможешь мне, у тебя будет поддержка Восточной Англии. Да ясен хер, я для этого все и делаю, как бы. Мне нахер больше что и надо-то. Короче, суть такая, что я ничего не мог все равно сделать. Это было как бы скриптовая эта драка, она это сам должна была быть. Я не виноват, что все разбежались, что все поругались. Это не я. Надо же завязывать, а мы еще что-то это проснуться не можем. А, ой, вышел. Вот, все, отлично. Похоже, Освальд уже ушел. Нужно поговорить с ним. Хорошо. Поговорим в следующей серии. О, еще 2 очка опыта. Друзья, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, делайте репосты, ставьте колокольчики, подписывайтесь на канал. Если у вас будет есть минуточка времени, зайдите в ВКонтакте, подпишитесь на мою группу Борода Плей, ссылка на которую будет в описании под видео. Все, до следующих серий. Спасибо, что смотрели, удачи и пока.